Угнали машину. С таким заявлением житель Казани обратился в полицию в начале апреля. Его автомобиль исчез ночью практически из-под окон. Похитителя не смутили даже камеры видеонаблюдения, которые были направлены практически прямо на автомобиль. Сергей Хайдаров посмотрел, как похитили иномарку. Именно эти съемки и вывели полицейских на подозреваемого. На видеозаписи видно, как мужчина, подойдя к машине, открывает дверь и через несколько секунд уезжает на чужой машине. Полицейскими был проведен ряд необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Выйти на след злоумышленников удалось, изучив записи, изъятые с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 28-летний ранее судимый казанец. Его задержали. На допросе он признался, что в планах было продать автомобиль. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сам автомобиль уже возвращен законному владельцу. Сергей Хайдаров, вызов 112.